Мне сегодня по телефону позвонили, на WhatsApp, какие-то злоумышленники, представились работниками банка, которые объяснили, что на мои средства, которые лежат в банке, пытаются их оттуда снять или оформить кредит на мой счет. Поэтому мне предложили открыть самому счет, взять кредит, чтобы перекрыть тот счет, который планировался взять с меня. Ну и потом же сказали, что мы в течение часа прям эти деньги погасим, то есть кредит, и с ними мы погасим кредит. И, ну, короче, мои деньги, то есть не пропадут, останутся целыми. Я так и сделал. Снял в одном банке кредит, который и личные средства, и перевел через банкомат на другой счет эти средства. Какую сумму вы перевели? Сумму перевел где-то 800 тысяч. А кем вам представлялись, неизвестно? Работниками Сбербанка. Работниками Сбербанка. А кем еще вам представлялись? И что он и один звонил, типа, юрист прокуратуры с Оренбурга. Он так и представлялся вам? Да. А может, вам он какой-то документ предоставлял? Нет, ничего не предоставил. Он только назвался, имя, фамилию и отчество. А также вам еще откуда совершали звонки? С какого органа? С Банка России вам тоже? Банка России, да. Они вам что сказали? То мы сотрудники банка. А с какой целью они делают там то, что перевести? У меня вот счет хотят. Но мы, хотят оформить на вас, хотят оформить на вас, да, кредит, да? Счет хотят оформить кредит. А сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, что вам говорили? Для чего эти действия? Для того, чтобы, типа, в том банке, который, они предполагают, что это работник банка, который завладел моими данными. И хотят вычислить его. Поэтому все операции должны были произойти в другом банкомате. И вернуться средства все назад.